что, практически лето. Вы, мои Афродиты, успели подготовить свое тело? Если нет, мы в моей любимой клинике «Время красоты». Я вам покажу, что такое лазерная коррекция фигуры. Быстро и эффективно вы станете красавицами. Генеральный партнер программы – компания «Аптос». Безоперационные методы омоложения. Впервые компания «Аптос» предлагает революционный подход к безоперационному омоложению на базе линейки продуктов «Экселленс». Специальная канюля позволяет делать один единственный прокол на коже. Результат сразу после проведения процедуры. Восстановительный период от одного дня. Ну что, Ольга Рудольфовна, вы мне на ушко шепнули, что у вас есть чудо-процедура, которая уменьшает объем. Вот я вам привела первую модель. Глядите на нее. Я очень рада, что вы привели мне именно эту модель, потому что все знают нашу прекрасную красивую Ксению. Я сама люблю ее передачи, они очень смелые, откровенные. И для этой откровенности немножечко не хватает свободы в своей уверенности. В таком молодом возрасте, как у Ксении, сейчас есть возможность иметь более красивую фигуру с идеальными формами, потому что не всегда спортзал может справиться с такими сложными местами, как руки, внутренняя поверхность бедер. И еще есть некоторые места, которые очень сильно расстраивают, но оттуда жир никогда не может убраться, потому что это жировая ловушка. И как раз для устранения этих жировых ловушек есть современная методика лазерной коррекции фигуры, которую мы сегодня и применим для наших сил. С чего мы начнем? Я думаю, мы начнем с рук. Угу. Потому что все-таки сейчас лето, и именно эта часть наиболее открыта. Да. Хочется быть уверенной в себе и уверенной быть не только на телевидении, но и в жизни. Мы, в общем, будем делать нашу красавицу еще красивее. Я, конечно, не знаю, куда еще красивее, но постараюсь, и потом вы увидите, что даже... У вас одноименная клиника называется. Вы увидите, что даже самая идеальная, самая красивая молодая девушка может быть еще привлекательной. Ну что, Ксения, для тебя наступило время красоты. Клиники «Время красоты» лазерный липолиз проводится с помощью суперсовременного лазера. При проведении этой уникальной процедуры под кожу вводится тонкий лазерный зонд. Под воздействием лазерного луча происходит липолиз – разрушение жировых клеток, сопровождающееся высвобождением жира, который естественным образом выводится из организма. Лазерный липолиз – наиболее естественный метод удаления жира. Для проведения данной процедуры применяется местная анестезия, поэтому во время процедуры вы не ощутите никакого дискомфорта. Крохотный прокол в коже отведенного зонта будет практически незаметен, а со временем совсем исчезнет. Дополнительно лазерный липолиз активно стимулирует выработку коллагена, что благотворно сказывается на тонусе и эластичности кожи. Результат – идеально ровные контуры тела. Лазерная липосакция эффективно борется с жиром в тех местах, когда применение различных диет и физических упражнений бессильны. Процедура малоинвазивная, поэтому после нее можно сразу же спокойно пойти домой. Ну и, конечно же, очень важен высокий профессионализм и опыт врача. Будьте красивыми с клиникой «Время красоты». Официальный партнер программы – сеть шикарных мебельных салонов. Студия мебели «Флэт», улица Зорги, 70/1. Салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. Мебельный салон «Мебель Энсайт», улица Менделеева, 227. Студия мебели «Флэт» предлагает своим покупателям мебель от ведущих итальянских производителей и эксклюзивные предметы интерьера – вазы, статуэтки, картины. Эти великолепные аксессуары выгодно подчеркнут изысканность обстановки вашего дома, сделают интерьер уютным и индивидуальным. Порадуйте своих родных и близких в предстоящие праздники роскошными аксессуарами от фабрики «Ламлии» и «Лядро». Если у вас плотный рабочий график, сумасшедший ритм жизни, но при этом вы хотите всегда выглядеть молодо, красиво, эстетично, тогда эта процедура для вас.
Гульнар, я пришла с просьбой. У меня нет времени на революционный период, потому что постоянные встречи, съемки и так далее. Хотелось бы, чтобы кожа сияла, был тургор у кожи. И что ты посоветуешь, какие-то методики существуют вот для меня и вообще для людей, которые ведут активный образ жизни? Такие методики есть. Радиочастотный лифтинг, лазерная биоретализация, безинъекционная мезотерапия. Но сегодня я хочу тебе предложить, чтобы твоя кожа была не только сразу красивой, но и долговременно красивой. Поэтому хочу предложить радиочастотный лифтинг. Самая популярная наша процедура. РФ, я его периодически делаю. Расскажи, для чего нашим телезрителям? Радиочастотный лифтинг способствует тому, что происходит скручивание коллагена, то есть возвращается упругость. А радиочастотный лифтинг борется ли с гравитационным тозом? Потому что я знаю, что женщины после 30 лет, как правило, эта проблема вообще стоит остро, да, когда щечки и второй подбородок появляются, и все это опускается вниз. Да, как раз вот с этой проблемой лучше всего бороться, используя радиочастотный лифтинг. Морщины на веках верхних. Как-то от них можно избавиться? Мелкие морщины тоже будут, да, мелкие морщины будут уходить, они будут обрабатываться специальной насадкой. Другую насадку мы будем использовать для того, чтобы обработать зону подбородка, но лифтинг будет идти в целом. И лицо, и шея, и декольте, и зона вокруг глаз. Но я думаю, что можно уже приступать. Давай, Лея, приступим. Мы сделали демакияж, и теперь по специальному раствору, который проводит радиоволну, будем делать процедуру. Будет ощущение тепла, процедура очень комфортная. Я буду работать биполярным электродом. Радиоволна выходит через один электрод, проникает в кожу, доходит до коллагенового слоя и выходит через другой электрод. То есть эта насадка совершенно безопасна для организма. Нара, кому еще показана эта процедура? Эта процедура показана практически всем женщинам и мужчинам, которым не нравится, что у них появились провисания в области щек, что у них появились мешки под глазами, мелкие морщины. То есть она годится для всех. Со скольки лет рекомендуют проводить процедуру? Ну, если вы видите проблему, то есть ограничений в возрасте нет. Если проблема уже есть, то ее можно решать с помощью этой процедуры. Курс процедуры у каждого индивидуальный? В среднем нужно провести от 1 до 4 процедур, потом сделать небольшой перерыв и закрепить еще 2 процедурами. Угу. Курс повторяется где-то через год-полтора. Угу. Это хороша процедура только для лица? Эта процедура очень хороша и по телу. Она повышает упругость кожи. То есть, вот, например, внутренняя поверхность бедра. Живот, наверное, после родов. Живот после родов. На самом деле процедура очень комфортная, релаксирующая, расслабляющая. Чувствую только легкое тепло. Поэтому очень любят эту процедуру наши мужчины. Они с удовольствием приходят на радиочастотный лифтинг. Сейчас мы переключим наш аппарат на другую насадку и будем работать с зоной вокруг глаз. Эффект можно будет видеть сразу после процедуры. Иногда мы даже делаем одну половинку лица, чтобы это было наглядно. Показываем в зеркало, потому что лифтинг происходит сразу. Просто после одной процедуры он будет недолговременный, поэтому нужна серия процедур от 1 до 4. Лея, наша процедура окончена, у тебя очень красивое лицо. Теперь еще и молодое. Теперь еще и молодое. Свет мне зеркальце, скажи, да всю правду положи. Я и на свете всех милее, всех румяней и белее. Ты прекрасна, спору нет. Ты на свете всех белее, всех румяней и белее. Продолжение смотрите после рекламы.